Кинчи. Сегодня 9 мая, и я хочу всех вас поздравить с Днем Победы. Ровно 75 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Эта война забрала очень много жизней. Я благодарю всех русских воинов за победу, ведь это было практически невозможно сделать, потому что немцы ворвались к нам без какого-либо предупреждения. Этот день победы порохом права. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Внимание, говорит Москва. 8 мая 1945 года Великая Отечественная война победоносно завершена. А теперь послушайте песню. Встречается несколько старых друзей. Все, что нам дорого, припоминается, песня звучит веселей. Все, что нам дорого, припоминается, песня звучит веселей. Редко друзья нам встречаться приходится, но уж когда довелось, помним, что было, и выпьем, как водится, как на Руси повелось. Вспомним, что было, и выпьем, как водится, как на Руси повелось. Здесь с нами вместе семья ленинградская, с нами сидит у стола. Вспомним, как русская сила солдатская немца на запад гнала. Помним, как русская сила солдатская немца на запад гнала. Вспомним о тех, кто зимою холодною в мерзлых лежал в блиндажах. Бился на Ладоге, дрался на Волхове, не отступал ни на шаг. Бился на Ладоге, дрался на Волхове, не отступал ни на шаг. Помним о тех, кто командовал ротами, кто замерзал на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу. Кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу. Вспомним о тех, кто убит под Синявиным, тех, кто не сдался живьем. Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем. Выпьем за Ударьку нашу кипучую, за богатырский народ. Выпьем за армию нашу могучую, выпьем за доблестный флот. Выпьем за армию нашу могучую, выпьем за доблестный флот. Мирослава. Я ученица 4 А класса гимназии номер 1 города Мариинский Посад. Я хочу рассказать о своем
прадедушки. Его звали Шумов Александр Тихонович. Он родился в августе 1926 года в Чувашской республике. Он отправился на войну в 1943 году, когда ему было всего 17 лет. Он был рядовым в пехоте. Он дошел до самого Берлина и получил ранение. По окончанию войны он отправился домой. Я благодарю всех русских воинов, в том числе и моего прадедушку, за мир на земле и победу.